В общем, вот эта игрушка, да, я даже могу сказать, она какая игрушка, вот этот аппарат. Это взять пистолет, пистолет стреляет, фотоаппарат тоже может что-то сделать, перо тоже может сделать, вот когда пишет что-то здесь, вот это, вот, человек говорит. Потому что люди у нас в этом мире, разные все. Один так понимает, другой так понимает, другой так понимает. Потому что у нас вот взять вот сколько на земном шарике людей, они же все разные. Вот эти люди, да, все разные. И вот это все вот это разное, оно все производится по-разному. Вот человек понимает. Один так понимает, другой так. Вот мне вот кажется, вот когда вот человек, вы знаете, самая политика какая? Главная политика. Самая главная политика, вот эта политика, самая наивысшая главная политика, это огород, на нем грядки, на этих грядках растет вся живность, морковка, картошка, все растет, что необходимо человеку, витамины, пища. Все это на грядках. Вот это самая наивысшая политика. Вот давайте вот этой политикой заниматься будем. Отбросим все вот эти камеры, все эти компьютеры, отбросим, выкинем. Это да, дорогостоящие игрушки. И они делают... Вы даже сами не будете замечать, как будете... В грязь она вас втаптывает, она вас всасывает в болото, понимаете? Так что лучше политика, вот это я же вам сказал, наивысшая политика, вот лучше занимайтесь, вот в этом году лучше, вот, я же говорю, год лошади, на огороде все занимайтесь, вот это самая наилучшая политика. А вот эти все игрушки, компьютеры, все, вот эти все выкинь. Так, телевизор это уже не тот, а вот это компьютеры, вот эти все выкиньте, аппараты всякие, безделюшки вот эти все выкиньте, машины все выкиньте. Вот огород, пошите, вот на этом огороде, все. Особенно все выкидывайте, да.